Поэтому никаких гулянок, ребят. У меня самый удачный рост вообще. Я и в большом автобусе помещаюсь, и в маленьком. Смотри, как у меня светятся ногти. Огнище. Вообще пушка. Очень красиво. Я, у меня сегодня женский влог. Я максимально фанат одной, знаете ли, интересной группы. Сегодня, короче, играем, считайте, на стадионе. И сейчас, но не на стадионе, но на этой же территории. И там идет матч сейчас. Ребята заряжают прямо отсюда, слышишь? Мерчик. Ну что, смотрим клуб. Димари, как дела? Как тебе сегодня здесь нравится? Меньше, чем вчера. Играется он, да. Кто-то сказал мне и моему другу. Он сейчас разберется с тобой. Давайте сделаем. Какая лютая хуйня. Когда-нибудь вырасту, куплю себе такой. Че? Исторический день. День годовщины Скибиди. Мы попрощались с Everyday Drinking. Не, че, может, сыграем сегодня? Да сколько можно? Мы уже 50 раз играли ее последний раз. Ну, тем более мы ее подарили. А мы здесь. Да, все, давайте отпустим. Отпусти ее просто. Раз. Она должна жить своей жизнью. Отпусти ее. Больше ты никогда не услышишь Everyday Drinking в исполнении группы Little. Ну, тем более у нас с первого альбома осталось только Pump It. Подожди, подожди. Pump It со второго. Pump It? С первого. Подожди, да. What a fucking day и хулиганчик. Подожди. Раз, два, три. Три песни со второго. Ну, чирикайте, давай. Можно крючок? Вот, мне нужно просто послушать различие. Какой? Какой? Где мы все поем. Где мы все поем. Какой не... Я предлагаю поставить нет, какой-нибудь Соня, трек. Ридоро Бигоро! Давай на бэке, отдельно трек. Понимаю. Как говорят в Японии. Как я смогу ли вообще петь? Да сможешь ты, ёб твою мать. Ты не об этом сейчас речь. Саша репетирует новый трек, ну как новый, который уже был на альбоме, но мы хотим его запилить во Франции, потому что он в принципе на французском языке. Короче, расклад такой. Мы приехали поздно, а приехали сюда рано утром, ребята еще спали, нас выгрузили в гостиницу, чтобы мы дальше продолжали чилить в Гастоне. Я не стал никого будить, поэтому автобус будем смотреть завтра, лучше при свете дня. А сейчас готовимся к концерту. Мы рыцари джедаем и борцы со злом, темную силу задавшим узлом. Нехорошие люди, разрази их гром, получат по башне огненным мечом. Так перестань ерзать. Я не могу. Ой, блядь, смотрите-ка, я как будто еврей. Здравствуйте. Здравствуйте. Шалом. А на столе шалом покати. Ты где такую словил сегодня? Настроение хорошее. Да и чего? Нормальное настроение обычное. Смотрите. Ты перестанешь шевелиться уже, а? Да перестань, блядь. Да ладно, все. Это кипа называется. Давай так оставим. Уже не приклеится. Ладно, девочка. Лучше не приклеится. Знаешь. Все? Ну дело такое. Саша, ты готова? Всегда. Разъебать? Конечно. Максимально? Максимально. Пошли уже. Пошли.
Ну что, короче, сегодня мы играем второй концерт в Польше. Сегодня у нас еще больше народу. У нас здесь уют за сценой. Народ очень долго впускали, поэтому мы немножечко задерживаемся. Это, к слову, когда люди говорят и пишут, блядь, вы заебали, выходите. Мы ждем, пока вы все зайдете. Отыграли в Познани, устали, фингал у меня уже желтеет, я взял себе ужин, бутерброд и макаланчик. Расклад у нас, короче, такой: сейчас мы купаемся, чтобы не вонять завтра, и смотрим, либо поедем в ночь в Брно, либо здесь ночуем и едем с утра, и у нас, получается, весь день будет в дороге. Мы хотим сэкономить времени, чтобы погулять. Сейчас все зависит от нашего водителя, что он скажет. Если он выспался днем и готов нас везти в ночь, то мы сейчас собираем шмотки и валим в ночь в Брно. Концерт был огонь. Я хочу сказать вам, что в Познане были лучшие сингалонги, короче, которые я когда-либо слышал. На слэм немножечко виловат. Но пели ребята просто шикарно. На самом деле мы играли сегодня в клубе B17. Так называется, я так понимаю, сектор. Вот, то есть это все в здании стадиона. И это отдельный сектор под клуб. Ну, это очень круто было. Ну что, я буду отмываться и ужинать. Посмотрим, сейчас поедем мы, не поедем. Буду держать вас в курсе.